эти дни только ленивый не разговаривает о футболе или не играет в него. В нашей студии это делают даже животные. Доброе утро, дорогие друзья. Давайте знакомиться с гостями. Сегодня в студии четвероногие звезды российского цирка. Это Князь и Барон и их замечательные дрессировщики Игорь Гусев и Елена Спектр. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Признайтесь честно, специально готовились к чемпионату по футболу? Конечно же. Когда узнали, то, что чемпионат мира будет проходить в России, и решили сделать номер с боксерами, с немецкими, футбол. Что делают собаки на арене? Там происходит настоящий футбол. Там стоят двое ворот, и они забивают голы. И происходит соревнование. Ну, еще ряд футбольный других матч. Собак, да? Конечно же, еще пони у нас, обезьяны и фокстерьеры. Игорь, сколько нужно было тренировать вот этих замечательных псов, чтобы они выглядели достойно, как минимум, высшая лига? 1,5 года, чтобы это была высшая лига. А так все происходило, через 1,5 года они начали работать после нашей дрессировки. То есть не так просто номер складывается, конечно. Да? Это действительно трудоемкий процесс. Жонглеры, джигиты и очень много животных, да? Да, есть медведи, таежные наши друзья, и лошади, джигиты-наездники под руководством народного артиста России Юрия Мерденова. Ну, у вас там, говорят, еще очень-очень забавный медведь. Да, который танцует дискотека в стиле 80-х и играет в разные игры. А теперь маленький сюрприз. Несмотря на то, что эти собаки очень выглядят свирепо и мощно, это дисциплинированные питомцы. И перед записью меня научили очень маленькому трюку. Давайте я вам его продемонстрирую. В моих руках лакомство для собачек. Я его беру в руки. Нет, даю. Нет, нет, сядь. Принюхаться. Так. А теперь оф! И собачки послушно сели. Пожалуйста. А барон еще умеет делать так. Барон, лапу. 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 Лапу, барон. А можешь правую? Ну, давай. Привет. 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 Молодцы. Звезды российского цирка гастролируют в нашем городе до 15 июля, как раз до того момента, когда идет чемпионат мира по футболу. Поздравляем еще раз сборную России за выход в плей-офф. Любите футбол, смотрите цирк. С добрым утром.